Всем привет! Сегодня хочу поставить ставку на матч второй Бундеслиги, который состоит 29 марта в 20:30. У него встречается Сан-Паули и Дуйсбург. Сан-Паули идет на четвертом месте, борется за выход в Бундеслигу. Дуйсбург идет на втором, по-моему, на втором месте с конца, да? Последние два матча Сан-Паули очень сильно проиграл. 4-0 или 0-4. Вот. По-моему, самое время выигрывать аутсайдера. Они, скорее всего, выиграют, забьют где-то 2-3 мяча, может больше. Но, скорее всего, 2-3. Вот. Моя ставка будет очень осторожная. Я поставлю на то, что Сан-Паули забьет больше одного мяча. То есть, если один мяч, у меня просто расход. Коэффициент на индивидуальный тотал Сан-Паули больше одного, 1.23. Вот, это моя ставка. Если хотите, то делайте такую же ставку.